Сегодня в ремонте у нас был велосипед GT производства Минск. Мотовело завод выпускает вот такие модные велосипеды. Смотрите, какой широкий руль. Просто руль, я не знаю, на 800, наверное, огроменный. Резина с этой, как она называется, светящейся полоской. Втулки, формула, кантилеверные тормоза. То есть мода. Мода возвращается на модные велосипеды GT. Как бы, ну, бюджетный сегмент. Поэтому велосипед будет стоить 10 тысяч примерно с такой комплектации. А ремонт его совсем небольшой. Посмотрите, какая кассета модная. На 7 скоростей. Все на промах, наверняка. Так что обращайтесь в Минск, в магазин. И там сможете приобрести вот нечто подобное, чтобы гонять по городу. Это типа городской велосипед, типа сити-байк.